добренько. Всем добренько. Железному, но доброму Арни 74. У нас в гостях широко известный в узких кругах любитель дэнди, ценитель плазмы, повелитель электричества, ретро-техноблогер Олег Керман собственной персоной. Ух ты, блин, дядька! Нормально ты его! Не, ну слушайте, дядька смело определю. А, ух! Ты ж посмотри, какой, а каскадер, ёпти-моталки, прям на лифт. Ух ты, ни хрена себе, как он его... Ты посмотри, парня уложил, боже мой, уложил спать парнишечку. Дядечку уложил спать, такого хорошего, тут приуныл. И шляпочкой накрыл, чтоб не это самое... О боже, он прыгнет! Ох ты ж! Не, ну это нереалистично, я считаю. Ох ты! Какой голый мужчина. Ой, он хотя бы в трусах, ну и то хорошо. Вот это да, вот это форма, конечно, атлетичная, ё-моё. А вид-то какой суровый, только, блин. Шварценеггера вид, конечно, в этом фильме, моё почтение. Рожу намазал, калаш, блин, зарядил. И взял вот этот вот огромный гранатомет. Бог ты мой. Да, ёперный театр. От это да, получил дядя в грудь вилами. Больно, однако. И умереть от такого можно. Ёлки зелёные, нихера себе, циркулярными пилами. Просто в шею. Это что-то с чем-то. Это ёлки-моталки, дядька. Ну ты даёшь, чёртов ты, блин, маньяк, сука. Ёп, блин, он походу врезал по бубенчикам топором. Это страшно. Блин, у этого дяденьки шикарные мусташи, шикарнейшие усы. Просто, блин, грацио. Великолепнейший, блин, мужчина с такими усами мог бы завоевать тысячи женщин, а он занялся каким-то военным делом и в итоге был так бесчестно, бесцеремонно убит топором в пах. Что это? Как это? Блин. А вот опять же, вот этот момент, где он кинул его на трансформаторную будку такую, и там... Очень выглядит все нереалистично. Я с точки зрения как электрик могу сказать, что такого дерьма я нигде не видел. Ох ты, с этим Сузи стоит. А смотри, а я тебя переиграл. На тебе трубой просто проткнул. Трубой, блин. Труба что у нас, заточенная что ли? Блин, он кинул ее со скоростью 100 км в час походу. Там еще и пар херачит. Он помимо того, что его пробил, еще там стенку какую-то с котлом. Если вы интересуетесь ретро-играми, различной электронной аудио-видеотехникой, компьютерной техникой, как ретро, так и, может быть, современной, то можете посмотреть мой канал, ссылочка будет в описании. Тебе страшно, мать твою? И правильно. Сейчас зеленый берет тебя сожрет живьем. Я зеленый берет на завтрак ем. Девчонка, ой, как не хочет, чтобы новое сверхопасное оружие досталось нехорошим парням. Но разве справится она одна с безжалостными бандитами? Вот тут-то и выплывает наш железный Арни. Ох ты, какая мудмозель хорошая. Хорош. Клавиатура приятная, механическая, укороченная. Вот это приятно. И смотрите, у нее куча мини-DVD-дисков рядом лежит по 1.5 гигабайта. Приятно. Офигеть. Вот это мудмазель. Вот эти-то тетя Мотя. Ни хрена себе. Вот эта система. Вот это. Тут два компьютера этих. Какое-то там окно прям. В окне какой-то станок, который выбирает хрен пойми что. О, вот это парень сидит с прицела, наблюдает. Но у него тут прицел, просто мое почтение. Он, походу, сквозь стены там просто какой-то сканер. Если бы сейчас придумали такой сканер, вот люди, то это было бы филигранно. То есть, вот сейчас вы ходите там на флюорографию, всякую прочую, вас облучают
ну, радиоизлучением, чтобы рентгеновские снимки получить, естественно, вы получаете долю радиации. А тут есть, оказывается, штука, приборчик, прицел, который показывает все то же самое, как при рентгеновском излучении, но при этом издалека. Да, ну технологии, конечно, выше всяческих похвал. Ты посмотри, даже жидкость показывает, которая, бог ты мой, и сердце как работает. Я не знаю, в медицине этой штуки, мне кажется, не знаю, миллиарды долларов бы отдали. Опять же, разгерметизация салона, тут рядом двигатель. Просто жесть какая-то. Ну, дядька, ты молодец. Дядька, ну ты даёшь, дядька, ну ты даёшь. Ёперный театр, стул в двигатель, мать твою, это что, шальной что ли? Извините меня, а пилотом как бы? Дядька, дядька, ты хорош, блин. Ну ты, дядька, да ты, ну ты, да ты парень, да ты ё... На руках держится. Ой, ёлки, ни хрена себе взрыв. Ну, взрыв хороший, кстати. Блин, ну он реально выглядит с этой винтовкой, как Терминатор. Хрена себе они там подлетают. Смотри, как он стреляет, и они ж в стороны разлетаются. Был бы эффектнее, если бы они еще на куски нахрен. Ноги в одну сторону, туловище в другую. Я Шварценеггера в главной роли после десятилетней передышки. В тихом маленьком городке, близ мексиканской границы, суете нет места, и никто проблем не создает. Еще бы, ведь за порядком тут следит храбрый и справедливый шериф Олег Керман, собственной персоной. Полицейский разворот выполнен, мое почтение, включает за... Боже мой, вот это вот момент тоже на самом деле нереалистичный, в той плане, что он, конечно, объехал их. И он, хотите сказать, что на задней передаче 130 херач? Дядька, хорош, хорош, прыгнул. Блин, ну прыгает он, мое почтение, спрыгнул прямо на автобус. А если б мимо, то все ноги переломал бы. Вот это пулемет, вот это он сейчас всех накажет. Дядя, нормально ты, ёлки-палки, мясо разрывать к чертовой матери. Слушайте, ну вот эта стрельба мне нравится. Эффекты очень крутые сделаны, то есть именно что не просто вот что-то там взрывается и огонь, а именно вот пули крошат бетонную крошку. Выбежал как, ух ты, блин, дядька, нормально ты его, слушай, нормально, ты посмотри, он его в воздухе в башку успел выстрелить и мозги его выстрелить, и уже на мягонькое падает. Просто суровейший мужик, сильный кадр. Он что сейчас, люк канализационный, что ли, держит? Или что это? Или это какой-то щит, блядь, с музея он стащил? Извините, не попал. Обосрамшись, как говорится. Обосрамшись. Охренеть. Рэмбо прибежал, весь в патронтаже, у него кончаются заряды в дробовике. Этот убивает его сигнальной ракетой. Ёперный театр! Вот этого нахрен я не ожидал. Ну то, что она взорвется с такой силой, что, блин, нахрен разорвет к чертовой матери, одни ножки, дорожки останутся от человека. Крови, кстати, маловато. Вот мне что не понравилось в этом кадре, крови маловато. Потому что, ну извините, нихера себе там разорвало у чувака. Там падает рука, и из нее крови нихрена не вытекает. О-хо, нихрена он ему выпустил. Слушайте, а вот этот момент был охреневший. Это было просто. Вот здесь и крови достаточно, и вообще прям максимально круто. Хотел на пон взять, говорит, ой, да я уже отъехал. Как получил свинцовую пульку в башку. А вот это я понимаю, вот это по-нашему. И сразу, блин, башка взорвалась, нахрен кровища хлынула. Не, слушайте, вот это выстрел был так выстрел. Мое почтение, хороший спецэффект, понравился. Да, суровый, с таким суровым взглядом, что мрать. Хочешь, сука, получить пулю в башку, так ты ее получишь. Смертельные какие-то захваты друг другу устраиваем. Походу, ёперный тян, нихера он, вот это ударчик был. Слушайте, ну он ему хребет-то переломил знатно нахрен.
взял, поднял на всю высоту и просто, просто херню об уголок. Божечки ты мой. Даже если тот не сдох, там боль просто мега адская, мне кажется, черт побери. Excuse me, sir. И божий дунь, эсси гому, эсси гому, и божий дунь.